Всем привет, ребят, с вами снова Хик, и сейчас время 5:30 утра, и почему-то в мою голову такая идея залетела. А что будет с миром GTA San Andreas, если в один миг, за один раз, включить все чит-коды, которые присутствуют в игре? Прости, что отрываю тебя от просмотра, но на моем канале ты сможешь найти различные гайды, веселые стримы. Что? Пацаны, 700! А также игру на различных RP-серверах по типу Trinity, SV Project, Red County и многих других. Зайди на канал Jeffrey D, и если тебе понравится видео, то можешь подписаться. Извини, что прервал, и приятного просмотра. Просто стало вдруг это интересно, как изменится мир GTA, если реально включить все чит-коды. То есть, как я буду это делать? Вы все знаете этот список чит-кодов. Наверное, возможно, у вас у некоторых даже на листочке все осталось с тех самых времен, когда их запоминали, когда их печатали на принтере. Так вот, у меня есть целый список этих кодов, вонючий балас, которые я буду вводить, то есть собственными руками... Ах ты сука. Буду вводить собственными руками, вот прям своими вот... Все чит-коды, которые присутствуют в игре. И посмотрим, как изменится мир. То есть вот такая вот у меня гениальная идея вдруг возникла. Это мой первый и, надеюсь, последний ролик из разряда «Что если?». Я вообще никогда таким не занимался, ну и не планировал как-то заниматься. А тут вдруг 5 часов утра, и у меня такая идея в голове. Специально для этого я подготовил некую такую почву. То есть я вот стану CGM здесь, рядом с этим вонючим холодным трупом. Где-то вот здесь я встану, специально за заборчиком, потому что есть весьма специфические коды, которые позволяют там убить СиДжея или заставляют пешеходов просто на него нападать. Я вот здесь вот безопасно как-то спрячусь, уберу худ, хотя в любом случае он будет появляться, так как в некоторых кодах есть буковка Б, но ничего страшного. Вот, как-то сделаем вот это вот так вот, и как-то перелетим вот именно вот на эту часть. И как-то вот с этой части я буду все это вводить, и может быть какие-то изменения будут вот прям в прямом эфире. Надеюсь, меня никто не убьет за этот момент, пока я буду вводить все чит-коды, вот которые вы видели сейчас на экране. Их очень много, и на самом деле я буду вам очень благодарен, если вы вдруг поставите лайк за мою, так сказать, хиромантию, на которой я страдаю в 5 часов утра. Ну, просто реально стало как-то интересно, как изменится мир GTA, если ввести все чит-коды. Ну, за исключением, естественно, спавн транспорта. То есть спавн транспорта, он, в принципе, ни к чему, это просто спавн транспорта. Он никак не влияет на окружающую среду и как поведут себя... Блин, эти всякие прохожие. В общем, надеюсь, вы меня поняли. Я сейчас буду вводить все чит-коды, а вы будете наблюдать за тем, как мир поменяется. Надеюсь, он хоть как-то поменяется, и мои старания будут не зря. Поехали. Thank you.
Так, ребятушки, я ввел весь список, который вы видели на экранах своих. И что у нас будет? Ёб твою мать! Сиджи это бьют? Сиджи, там что-то происходит? Все его ненавидят? Процесс геймплея очень быстрый. Ну, в общем, иными словами, полный хаос происходит сейчас. И я где-то заработал 400 баксов, хотя вроде бы... О, погода прошла. Отлично, хотя вроде бы чит-код водил. Да, полнейший хаос происходит. А, мир почему-то замедлился, я не понимаю, почему это случилось. Но все против меня, и такое ощущение, будто бы кроме как банд здесь больше никого нет. Хотя я и вводил читы на пляжную вечеринку и что-то типа того. Так, а что будет, если я... Вау, а, еще бесконечные патроны без перезарядок, да, это понятно. Так, а тут жестко ускорился. Да, ого. На самом деле, управление на тачках стало специфичное. Почему-то очень часто меняется погода. Я не понимаю, с чем это связано, с каким чит-кодом. Почему-то... Вау, меня хотят убить. Это прекрасно. Почти нет прохожих. Не знаю, какой, что это за чит-код был такой. Наверное, уменьшение трафика все же. И меня чуть не сбили, отлично. Так, окей, давайте я просто как-то... Не знаю, почему за мной летают вертолеты. У меня же нет звезд, мне вообще нельзя звезды давать, учитывая то, что чит-код был введен. Вот, опять поменялась погода. Не понимаю, что происходит. Парень с базукой. Пожалуйста, отдаю мне. Мне безопаснее будет. Почти нет прохожих. Скорее всего, да, трафик, видимо, чит-код вел. И все моргает. Все, вот это просто ад для эпилепсика какого-то, я скажу вам. Прохожие с собой воюют. Происходит полный хаос. Разумеется, давайте для примера пройдем хотя бы какую-нибудь миссию. Воу. С чего это вдруг что-то тут взорвалось? Видимо, парень не рассчитал немножко, твою мать, и меня хотят убить. У меня мега прыжки, мне на все насрать. А что будет, если я ударю? Вау! Бинго! Hello, bitch! Оп, сори, не ту кнопку нажал. Давай, отлично! Супер! Hello, bitch! Изи! Это жестко! Это жестко! Летают ракеты, меня хотят убить. И замечательно, мне кажется, самое время прийти к смоуку. Черные очки откуда-то появились. Дебильная одежда. Ну ладно, в принципе, касану смотрели все. Мне вот интересно пройти первую миссию, и как она изменилась. И насколько будет сложно вообще пройти в таком режиме GTA. Давайте посмотрим, каково это. Вот чё? А, даже братки пытаются меня убить! Парни, что с вами? Мы же братья! Ну-ка. Опс, тихо-тихо, давайте. Почему они на меня-то нападают? Что с вами не так? Неужели читы способны заагрить даже своих собственных братков вместе с... Да. Что будет, если убить Райдера с мега-ударом? Ну, он просто сдохнет, вот и все. У него даже деньги были, нифига себе. Опять изменилась погода резко. Ну, собственно, как показывает практика, почему-то здесь солнечно, а я перехожу сюда, и начинается дождь. А, точно? Точно ли начинается дождь? А, очень быстро меняется погода. Я не знаю, с чем это связано. Летающая машина только что полетела куда-то. Хрен знает куда. Может быть, к бабушке какой-то в гости. Окей, а что будет, если я найму их своих братков? Эй, братки. А, братком на... братков на... нет у меня больше. Нет у меня братков. А, тема дурдом. Я вожу велик без рук. Ну, в принципе, такое на самом деле наблюдается в многих странах. Так люди ездят. Порой бывает на одном колесе, но... Ну и да, я еще вот так вот могу летать. Супер! Супер! Мне кажется, я не знаю, может быть, давайте так. Если на этом видеоролике... Я не знаю, кстати. Наберется, да, большое количество лайков, давайте я попробую пройти такую вот GTA. Реально, может быть, какой-то стрим устрою вот по прохождению именно вот такой вот GTA со всеми вот этими вот хаосом, который происходит в этом городе. Ну, правда, я, скорее всего, уберу... Чтобы на меня агрились мои же братки. Я не знаю, я найду, что это за код такой, чтобы этого не допустить. Ну, то есть, наверное, скорее всего, прохожие атакуют вас. То есть, возможно, это работает на братков. То есть, вот с таким вот модом, вот с такими вот привилегиями, вот с таком вот в костюме, с таким вот ударом, вот с таким вот обычным прыжком и с хаосом в городе, я попытаюсь пройти эту игру. Возможно, у меня это получится, возможно, и нет. Ну, естественно, со смертями, потому что иначе я не знаю, что будет, если без смерти это проходить. Как показывает практика, у меня это удалось, но... Я не знаю, с такими читами вряд ли это получится.
Собственно, как-то так, ребятушки. Вот что будет, если ввести все чит-коды, кроме как вызова транспорта в GTA SA. Вот что, вот у вас будет примерно вот такое вот. Скорее всего, это не все читы, потому что некоторые читы накладывались на друг дружку, то есть тот же самый качок, Сиджей или худой. То есть, что было последнее введено, то и осталось. Как видим, все показатели в норме, кроме жирности. Ну, скорее всего, вот. Был он жирным когда-то, когда я вводил чит-код. И худой все-таки он был ниже и, так сказать, наложился на жирный код. Ну, короче, вы поняли. То есть, накладываются на дружку чит-коды. В общем, это как-то так. С вами был Хик. Всем спасибо за просмотр. Не скупитесь на лайк. Блин, все-таки минут 15, наверное, потратил, чтобы ввести все эти чит-коды как-то. Ну, это реально муторное дело. Сами пробуйте. А, у меня просто нервы уже шалили. Но я, ну, это сделал. Ну, это сделал. И как-то так это все выглядит. Почему-то переменная все время погода. Очень странно. Ладно, все, ребятушки. С вами был Хик. Всем удачки. Всем пока. Ждите другие видео.